Красота движений, гибкость тела, прекрасная осанка. Любая женщина мечтает об этом. Стрип-дэнс мечты превращает в реальность. Этот танец с элементами акробатики становится все более популярным у могилевчанок. Внимание, не путать со стриптизом. Грация кошки, стремительность змеи, магнетизм дикой орхидеи – все это пол-дэнс, не просто модный, ультрасовременный фитнес. Когда-то такой акробатике обучались лишь профессиональные танцовщицы. Решейпинг, арабские танцы – все в одном стиле. Ну, стрипластика, пилон – это мечта вообще. Вот. Самовыражение, искусство. Сейчас пол-дэнс победил стриптиз и стал одним из самых молодых видов спорта. Чемпионаты проводятся по всему миру, в том числе и в Минске. На занятиях современные женщины не учатся искусству обнажения под музыку. Девушек привлекают другие возможности этого танца на пилоне. Основа нашего танца направлена именно на усиление группы всех мышц. Красоты, пластики. То есть здесь нету именно направления на эротические танцы. Здесь идет даже больше как вид спорта. То есть мы приводим в порядок все наши группы мышц. Девочки становятся более уверенными в себе, раскрепощаются. Причудливая смесь эротики и элементов спортивной гимнастики дает очень хороший эффект для укрепления фигуры. Видимый результат достигается примерно в течение года. Это еще не мастерство. Это только начало. Дальше будет лучше. С каждым разом все лучше и лучше. Ну, главное стремление. Что могу сказать? Главное желание, да. Желание, стремление. Все остальное, в принципе, будет. Пол-дэнс – это сложный танец, требующий отличной физической подготовки. Но потом, когда синяков становится меньше, а отточенных акробатических элементов все больше, результат превосходит ожидания и вдохновляет. Уверенность в себе – это вечная ценность. Именно она зажигает кураж, и она вне модных тенденций.